выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ого, и он еще до сих пор жив? Загадка. Что делать, Сэм? Ну, то есть тут стараются объяснить, скажем, какие-то отсылочки и вообще перипетию персонажа из предыдущих частей. Начать задание, сложность офицер, все верно, погнали. Где это убежище? Ого, паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно-то как глянешь, так сразу и ясно, тот попахивает ЦРУ. А ну тихо. Лучше зайти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище, доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Грим. И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут. Пойдет. Бери снайперку с глушителем. Я прикрываю или работаю по цели, сэр. Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт. Понеприметней. Фургон. Все будет. Ты мне так и не ответил, Сэм. Лучше позаботься, чтобы нам было куда отступать. Скажем, сюда. Всем все ясно? Нужно сделать все чисто. Парень, прости. Есть одно звено, которое не позволит сделать все чисто, по крайней мере, с первых раз десяти. Мне нужен живым, так что не расходись. Используй светошумовые гранаты. Да какие светошумовые гранаты? О чем ты говоришь? Все будет вообще в лучшем виде сделано. Так, дымовые шашки. Предлагают не взять. Камера липучка, Эми липучка, трикоптер, светошумовые. Ну, это все, короче, я брал.